Крым собралась? Да. Наконец-то свершилось. Чего? Что? Какой Крым ты все несёшь? Там что, червяки? Да. Приятные халаты такие очень мягкие. Вот, какие-то подходы. Ну прям у них не самый высокий класс, как бы сказал. Ну да. Ну, да. Есть бывает лучше, да. Два стульчика, столик. Ну вот, как бы это считается сивью заново. Вон. Потерялась. Напоминаем еще раз, это отель абсолютно новый. 21 года, вот на наш момент прибытия он работает 2 недели как. Потому что в отеле 4 корпуса. Вот это вот корпус A или первый, в котором мы живем. Это второй и еще 2 корпуса сзади, но мы до туда продвинемся еще. Вот, бассейн. Это терраса главного ресторана. Наверху виден лобби-бар. И вообще вот это вот все здание, это здание лобби. Пойдем ли вокруг бассейна? А, да, наверху еще там находится а-ля-карт ресторан. Полотенце в отеле в свободном доступе. Очень вот удобные лежаки вот эти. Но сейчас мы подойдем к другому бассейну. Там вообще просто шикарные. Вот там виднеется, это Magic Life Jacaranda, соседний отель. Вот это сейчас очень модные такие деревья, везде они есть. Вот здесь мы сидели вечером вчера, ужинали, очень понравилось нам. Днем, конечно, жарковато, сейчас за... Какие за 40, можно сказать, не за 30, а 40. Здесь тоже приятно посидеть и днем, и вечером. Тут еще вот рядом фруктовый бар, фрукты, мороженое, но он, по-моему, это вот дорога к пляжу, здесь останавливается шаттл-бас. Вот это Лиле очень понравилось место. Что я-то? Тебе понравилось, я просто прилег. Да, вот душевые кабины. Вот эти вот лежаки, они вообще супер удобные. Не твердые, не мягкие. Вот такие как надо. Подушечки отличные. Вот такая зона. Ну это как бы можно и просто посидеть, и для тех, кто ждет автобус на пляж. Ну, пляж на самом деле 250 метров от отеля, это ни о чем, то есть. Ну, если кому-то лень или кто-то не может, тяжело идти, это, конечно, вот. На самом деле... Вот... Они курсируют постоянно там каждый... Взять даже Мардан Палас, там длинная территория, но автобус не курсирует. Ну, да. Thank you.
видом на море, но это номера другой категории, они повыше. А также вот можете получить Land View и смотреть балкон в балкон вот на соседний отель. То есть вот практически нет промежутка. Так, сейчас мы покажем, как переместиться на другую часть территории, где аквапарк. Здесь очень интересный этот момент. Да, поверху вы пройти не сможете. Можете даже не искать путей, их просто нет. Большой гранатовый садик. Да не, они долго растут. Зато вон какие гранаты прям. Деревья маленькие, гранаты большие. Босиком не ходите, все в колючках каких-то. Какой-то фрукт. Что это? Слива, не слива. Мандарин? Не знаю, я не очень разбираюсь. Какое? Маленькое яблоко? Да. Может, по такому интересному переходу продвигаемся в другой корпус. Вот этот переход, он ведет к третьему и к четвертому корпусам отеля. Зеркальный потолок. Лиль, ты идешь кверх ногами. Вот. И спускаемся вниз. Это спа. Вот. И здесь вы попадаете на территорию аквапарка и детскую территорию. Как бы здесь больше. Кому удобно жить с детьми, конечно, вот проживают в лагунах. Вот. И территория аквапарка. Это тоже бар. Тоже душевые кабины, тоже полотенца, полотенца в свободном доступе. Вот, когда они в свободном доступе. Ну, конечно, это уровень. Да, кстати, в отеле нет браслетов всяких. Но он старается быть. Лежаки здесь вот такие обычные, как на пляже. Ну, честь, что 2 недели работают, вообще молодцы. Да. Это бар. Это Боб Дилан поет. Knocking on the Heaven's Door. К сожалению. Вот детский аквапарк. Мне, конечно, больше нравится, как Аксель Роуз ее поет, но тоже хорошо. Лили, будем с горки кататься? Конечно. Мы нисколько не жалеем, что сюда попали. Лиля прям молодец. Сделала хороший мне подарок. Дорога ведет к пляжу. Здесь останавливается шаттл-бас, который, ну, отходит от центрального входа в отель. Вот здесь он останавливается, тут вы можете подождать и отправиться на пляж. Дорога 250 метров приблизительно. Такие скульптуры, типа... натуральные. Это какие-то жернова, колодец.
теперь покрути журнала. Да вот ручка. Вот это вот непонятно что. Пресс какой-то, давилка. А, это давилка какая-то. А, штопор, ну да. Открывать большие бутылки, древние. Древние. Вот древняя бутылка. Ее ставите наверх и выкручиваете из нее древним штопором пробку. Лиль, ну поснимай, я хочу это немного подкачаться. Хороший вес. Вот опять шаттл. Они очень часто курсируют, так что вы не будете там ждать какие-то определенные долгие моменты. Ты хочешь меня сожрать? Это пляжный клуб. Тоже везде очень разная мебель. Конечно, утром всегда, как обычно, больше занимают вот эти вот диваны. Некоторые люди прям на них спят просто весь день. В них можно спокойно загорать. Это очень прикольно. Мы загорали вот и на этих круглых. И там сейчас покажу, с той стороны будут такие удлиненные лежаки. Это сцена. Здесь проходит представление. И один раз даже здесь кто-то заказал, справил себе день рождения. То есть получается, что пели вот здесь, а люди сидели за столом, у них все было накрыто и смотрели вот сюда, как для них поют. Вообще, бармены здесь работают отлично просто. Любой коктейль, любой безалкогольный коктейль. Вот здесь еще мы вчера загорали, тоже прикольное место. Вот на этих можно ложиться. Ну так как бы вот наш недочет по пляжу, что лежаки такие не самые удобные на самом деле. Это кабаны пляжные. Цена 50 евро. Ну еще как посчитать минусом, что песок такой, знаете, не просеянный. Идешь и попадают острые камушки. Конечно, вот этот промежуток вот отсюда и до моря. Днем пересечь очень проблематично, потому что это раскаляется до такого песок, что просто бежишь. Попрохладнее стало? Ну вот здесь пирса нет, буйки очень далеко, но здесь, наверное, метров 50. Ну, не 50, наверное, это я загнул. Ну, короче, очень далеко вы идете, и вам все до сих пор... По колено, по пояс. Ну, очень такой пологий вход. Здесь, конечно, для детей это можно спокойно выпускать их. Если пойти
и направо от отеля по берегу есть вот такая прикольная локация. Ну да, минут 10, не больше, но жалко, что вот сейчас пожар, горит лес и небо затянуто. Так бы, конечно, было красивее. Пойдем.
понравилось. Поешь? Давай. Ну давай танцуй. Обманула. Thank you.
взяла? Я себе рыбку. Рыбка, это хорошо. Я еще ничего, я работаю. Давай, бери. Кто? Иди себе рыбу возьми. А, ну понял, что. Пойди себе еще меди возьми. Что, не, это не мне, что ли? Нет, это я себе. Это все, что ты будешь есть? Так я уже все съела. Так вот это у тебя полезная еда, да, какая-то? Красивая. А что это? Мне очень нравится вот все эти штуки. Ну, опять же, какой-то смузи с ягодками. А вот это тогда чьем? Вот это? Да. Мое. А это твое. А это мое. Понятно. Попробуй, хочешь? Да, давай. Вкусно? Действительно вкусно.
сегодня загорела слегка. Я? Нет, а ты? Я нет. А ты черная вообще уже. Лиль, ты что ешь? Синий хлеб опять? Да, ну вот, видишь. Не синий, а сиреневый. А что с ним? Черничный. Так, давай. Выкинь, закрывай, потом меню. Так, значит, в Алякарт мы уже сегодня сходили. Я, короче, зарекаюсь ходить в Алякарт в каких-то непроверенных местах. И в таких местах, типа, как Дельфин, там. Все. Алякарт — это Макс Ройл. Может быть, лучше еще. Здесь, в этом отеле, прекрасно можно покушать в основном ресторане. Здесь в основном ресторане очень хороший сервис. Лиль, у тебя что, большой театр здесь? Да, очень представление. Да. Интересно, да. Какой-то. Знаешь, почему они его делают на этом, на сливочном масле, а не на растительном? И немножко вкус другой получается, но... Так это жирно. По нажористи, конечно, да. Нажористи. Thank you.
съедаем. Да, что-то они понравились. Да? Ты мне такой дома испечешь? Да, что, а она с чем? Найди рецепт. С чернилами? Ну, из ручки выдавлю эту пасту. Испеку. Давай, милая, спасибо. Ты мне сделала классные подарки, вообще просто. Я даже не ожидал, ни один, ни другой. Все, что ты любишь. Я тебя люблю, давай. И подарки любишь. За тебя. За тебя такого хорошего. Что я-то сразу? Лиль, ну что, еще один отель осилили? Да. Не все гладко, конечно, было, но зато все очень вкусно. Да. Да, что ты принесла это, ты поливаешь? А, я взяла смузи просто. Смузи? Какие еще смузи? Это я что взял? А это то же самое, только это, наверное, с черникой. Вкусно. Так, это ресепшн. Это работа с гостями. Много вот таких разных вот приколов всяких. Они, кстати, по всей территории разбросаны, всякие старинные предметы. Светятся. Но это лето. Много диванов, подушек. Вот говорю, опять. Типа плетение ковров. Мебель, очень разная везде мебель. Вот посмотрите обзор пляжа, и там вообще просто шикарный клуб пляжный. Вот. Это вот.
Здесь садовая мебель. Тоже прекрасно, можно с утра попить кофе там или посидеть также вечером. Лиль, присядь, удобно? Садовая мебель, даже вот табуретки. Это вот видим 3-4 корпус отеля. Диванчик. Диванчики такие, подушки везде. Далее. Лиль, пойдем. А, ты хочешь пофоткать, да, сейчас? Кстати, это надо тоже все сделать. Прикол какой, патефон старый. О, Лиль, привет. Кого ждешь-то? Как обычно.